Всем привет! Приготовим сегодня десерт для ручек, любимая процедура всей моей семьи. И этим рецептом, девочки, конечно же, хочу поделиться с вами. Берем 1 столовую ложку сахара и 1 столовую ложку масла. У меня это оливковое, можно растительное, можно любое другое, которое у вас есть. Перед процедурой руки нужно распарить. Наношу скраб, делаю легкий массаж, что является очень приятной процедурой. Такой скраб прекрасно отшелушивает кожу, сахарок тает, а масло остается и отлично питает кожу. После процедуры смыть руки теплой водой без мыла и просушить полотенцем. Результат, девочки, как после дорогостоящей процедуры. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем красивых ручек и хорошего настроения!